мой дед умер, это папин отец умер, мне было 2 года. Что это она могла помнить? Ну, помнила, что вот если кто умер, эстонцы, то моя бабушка, сед Полина, так она ходила, ну, как сейчас читают попы, а то она по эстонской книге читала. В данном селе даже нет ни садика, ни школы нету. Вот. Но люди ездят, кто в Симферополь, кто где-то, кто где работу найдет, кто огороды смотрит, базары.